Квартирник. Полное впечатление, что играла запись сейчас. Здравствуйте. В гостях у «Квартирника» коллектив с говорящим названием «Дорога». Почему с говорящим названием? Как доехали? Здравствуйте. Доехали, хорошо, да. Спасибо. Почему КСП? Я понимаю, мы живем во время аббревиатур. МБОУ, СОЖ, АУ, МАУ, ГДЮЦ, ТЭК. Ну, да. Почему не просто «Дорога»? Почему вот КСП? Ну, дело в том, что клубу нашему 30 лет. И мы все родом из Советского Союза, а тогда еще были клубы самодеятельной песни. Вот что это значит. Да? Клуб самодеятельной песни. А, самодеятельной песни. То есть это не есть ваша постоянная работа? Нет. Давайте сразу договоримся. Вы бардовскую песню исполняете? Да, бардовскую песню. Хотя не всегда. Мы просто немножко, бывает, отходим от этого как бы течения, но... Нелюбимых песен мы не поем. Ну, потому что, например, да, Акуджаву я не могу назвать бардом. А вот сам, как-то он к бардам не очень, да, по моему мнению. Татьяна и Сергей Никитины вообще выдумали свой жанр определенный, да. Вот, и вы все это аккумулируете вместе, правильно? Да, мы исполняем песни различных авторов, но когда-то мы все это делали под гитару. Много у вас таких сейчас, в хорошем смысле, динозавров. От музыки. В хорошем смысле, вы поймите, я ни в коем случае сейчас не приказываю. Если говорить о нашем округе... Это из 17 мгновений весны вы сейчас наигрываете, да, Сергей? Это о том, что мы не только бардовскую песню исполняем. Даль там, где солнцем играет река, и небо коснулось земли слегка, и новые сны нам несут облака. Время уходит, и каждая точка — дыра в иной мир. И небо соткано из этих дыр, оно будто белого голубя ждет тебя. А время уходит, выбери любую из дальних звезд. И ты еще, наверное, не жил всерьез, и о тебе никто еще не пел с такой тоской. Весело бьется звериный мотор, подвластен крылу небывалый простор, и море внизу будто лужится, кружится, а время уходит, оно отдается сиреной в ушах, и вдруг цепенеет от страха душа, но это всего только страх высоты. Доволен судьбою вполне, пока вдруг тихонько не скрипнет дверь. Ты мне верь, это время уходит, и вдруг почернеет обычный рассвет, и красными пятнами множество лет, в которых ты спишь от зари.